девушки, да, вот эта сама концепция оказалась, как я это воспринимаю, таким волшебным ключиком, который открывает все двери, когда все мои знакомые с огромным интересом, с огромным энтузиазмом оказывают мне поддержку. И я очень надеюсь, что это вырастет из регионального во вполне себе даже федеральный уровень, потому что ребята заинтересовались на Украине, на Беларуси. Сегодня будет опубликован на страничке группы один из очень медийных украинских хлопцев.